Доброе время суток, меня зовут Дарт, добро пожаловать обратно в Верментайт, где в прошлый раз мы штурмовали порт. А теперь мне подалась идея, что боты, в общем-то, и так неплохо справляются с элитными мобами, так что я себе поменяю посох на вот это. Потому что АОЕ в ближнем бою краешь хорошо, а вот АОЕ в дальнем... Это еще лучше. Так что поедем так. Тем более, что здесь нам АУЕ понадобится. И поехали. Ой, конечно, сейчас будет плохо. Ой, будет плохо. The foul bastards are at it again. They've got their beady little eyes on some nearby wells, and the last thing we need is them dribbling their poison into our drinking water. Find the wells, keep the Skaven back, and maybe we'll live to fight another day. Итак, цель сегодняшнего предприятия. Не дать залить колодец промышленными отходами. Или я не знаю, чем они там собираются заливать. А если быть точнее, два колодца. В процессе было бы неплохо еще выжить. Так что... И раз, и два. И вот вас с крыши тоже. Да-да-да. Так, это зелье. Зелье хорошо. Да ты ж, зараза. Ладно, придется что-то сделать с огром. Для этого нам понадобится игрок, скорее всего. Потому что этот посох на огра не работает вообще. То есть, в принципе... Ну, слава богу, у нас есть игроки. Так, ты труп, отлично. Молодец, дворф, работай. Так. Пора показывать нычки. Во-первых, здесь вот это. Иногда там бывает что-то получше. Ух, так, двоих я не поджег, обидно. Теперь поджог. Вот, так. Посох там оставляет, все нормально. Теперь нам нужно... пока защищаться самим. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь есть... вот это. Вот это я заберу сам, спасибо. Так... Потом у нас здесь есть сундучок. Что в сундучке? Сундучок — граната. Граната — всегда полезная вещь. Вот. И, в конце концов, вот на этой крыше, у этого дома, просто божественно защищаться, когда нам не нужно защищать колодец. Так. Я пока передохну и немного похалявлю. Что топ нету. Вот, защищайте городской колодец. Типа вот этот. Для краткости, это красный колодец, вот тот синий. По понятным причинам. О, привет. Вы не пройдете. Что, я не попал? А ну. Ух. Ха-ха-ха. Так. Так, все вроде бы неплохо. Ой, что это сейчас было? Только я, понимаешь, решил почесаться. А у эльфа очень хороший лук. А, ладно. Будем защищать тылы. Пока посох не остынет.
Так, он... Ой, зараза. Это куда не лить? Так, защитите текущую позицию. Кто как хочет, а я наверх. И в противном случае мы очень крепко попадем. Точнее, я очень крепко попаду, остальные как хотят. Тут вот та 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 та. О, бобы. Люди почему-то очень любят обороняться внизу. По какой-то невидимой мне причине. Ну и ладно. Так, где? Так. Бакмастер погиб. Чем хороша данная позиция? Во-первых, скевены могут прийти, в принципе, только с полутора сторон. Вот с этого подъемчика и с того подъемчика. Больше ниоткуда. Ну, иногда еще вот оттуда, да, но они по большей части это все игнорируют. А ну пошли нафиг. Вот, во-вторых, здесь есть бесконечный ящик с патронами. Что, мягко говоря, хорошая штука. Так, не мазать. Не мазать. Так, где наш Вичкантер? Где-то был тут же. А, вон он. Отлично. Спасти его. Такие лезут. Вот. 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 Так, дворф. Где он тут? А, вон он. Раза. Так, теперь нам нужен тот колодец. Вперед к тому колодцу. Вот. Тут защита уже будет попроблемней. Нефиг тут мне подходить к моему колодцу. Ну... Не, я ничего не имею против, сидите там, обороняйтесь там, я тут постою. Интересно, я такого никогда не видел. Так, ну... О, еще и этот. Да-да-да, ребят, подходим. Подходим. От меня тут стреляют. Ай. Нефиг. Есть еще кто? Есть. Сказал нефиг. Сказал нефиг. Ребят, вы оттуда слазить собираетесь? Или я вам показал нычку и все? Воу-воу-воу. А, понял, я тебя нашел. Так. Вот теперь можно защищать текущую позицию. Так. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Упс, 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 это я плохо придумал. Так, мне нужно где-нибудь... Чёрт, ещё и газовый. Фу, так, прикрытие у меня, мягко говоря, не слабое. Ой, 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 пошли на... Фиг все от меня! Так. Отлично. Так, а о чем бы я говорил? Ну, во-первых, на том балкончике... На этом балкончике. Что-то завалялось. Во-вторых, если в следующий раз... народ спустится со мной туда, мне будет легче показать еще хорошую позицию для обороны. Ну, это тоже неплохо, на самом деле. Не достаю, обидно. Ну ладно. Шел вон.
Ребятам это место нравится, я смотрю. Не, я и сам его люблю, но не до такой же степени. Защищать колодец. Ах, ладно, я буду сидеть тут. Ну, нафиг. Так, 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 так. Где? Ой, 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 ой. Так, как бы мне тебя оттуда вынуть? Не, не достану. Ладно. Буду отсюда покрывать колодец огнем. Потому что это явно нам понадобится. Давайте больше, 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 больше. Сойдет. Еще больше, еще больше, еще больше, еще больше. Сойдет. Ау. Глободир. Глободир, я тебя слышал, ты где? Так, ну пока все вроде бы относительно неплохо. Так. Ну. Ладно. Я его хотел зажарить. Да где он? О, наконец-таки вылез. Умри, собака. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, защищать текущую позицию. Это с удовольствием. Но защищать это мы с удовольствием. Так. Ну, 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 ну. Во, 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 вот так вот. Так, где Ратлинг? Убежал куда-то, ладно, черт с тобой. Все? Вы кончились? Нифига! Так. Так, что это сейчас видим? Или у меня уже это? Галлюцинации? Вот так. Давай, ладно. Ах ты, гаденыш. О, какие люди лезут. Да еще и крюк. Ага. О. Так, вот это нас точно отсюда выгонит. Ребят, я все понимаю, но нам пора уходить. Так, где моя бомба? Ах. Да, этот посох красиво. Красиво. Вау. Так вот, этот посох на огра работает, конечно, намного хуже, чем тот, с которым я бегал до этого. И теперь, похоже, у нас будет этот звук, пока не пропадет труп. Так, кто тут?
Вы умираете. Ой, Ратлинг. Окей. Труп-то исчез? Да. Черт. Значит, этот звук у нас останется. Досадно. Ох, как досадно. Ладненько. Я отошел достаточно далеко, чтобы его не слышать. В общем, можно защищаться вот в этом месте, если тут подняться по ящикам. Вот тут можно найти вот такую хорошую штучку. Так, которую я, пожалуй, использую. И можно сидеть и обороняться здесь. Опять же, есть ящик, есть один вход, с которого прут с Кевина, есть второй вход, с которого прут с Кевина, и ниоткуда больше они не прут. А. Причем тут еще приходится нагибаться, чтобы выйти. Слушай, не, ребят, ну я тоже хочу чуть-чуть пожарить. А то вся веселуха там вам. А я тут как дурак. Защищаю колодец. Ты вообще... Несправедливо. А, ну дворф со мной, все. Дворф мужик. Дворф можешь пойти забрать вот это. Пошли нафиг. Эх, не достал. Обидно. О! Эх. Нафиг. Ага. Отбираются они такие. Эти самонаводящиеся стрелы, это... ОП, чит. Защищайте текущую позицию. Окей. Защищать текущую позицию. Здравствуй, снова этот долбанный звук. Так, ассасин. И ассасин. Вон он, вон он. Ах. Не рассчитал, ладно. Но его пробил самонаводящийся лук. Ничего против не имею. А, все, валим. Валим, 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 валим. Ой, какие люди. Я тебя там видел. Мужики. 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 Ах. Почему последний всегда Вичхантер? Ура! Мы закончили.